Я Валентин Томашевский, приветствую вас у себя на канале. Друзья, для новичков запустили турнир. Это первый турнир, как я рассказывал в предыдущем видео. И я создал аккаунт, чисто чтобы посмотреть, что за турнир. Ну и, собственно, вам показать, естественно. Жмем перейти, погнали посмотрим, что за. Итак, вот мы видим, какие вехи. 50, 100. 500, 1500 и 3500. Будет 4 предмета 5-звездочных из набора скорость. Это крайне полезно на начальном этапе, потому что вообще никаких предметов нету толковых. Это я точно знаю. Зарабатывай турнирные очки, продвигайся по рейтингу, получай награды. Вот где турнир. Давайте посмотрим, что туда будет. Интересно, какую активность надо выполнять, чтобы получать эти... Ну что ж, я узнал, как зарабатывать турнирные очки. Итак, победа на арене. Обходи врагов в боях на арене, чтобы получать турнирные очки. Чем выше твоя лига на арене, тем больше очков ты получишь за каждую победу. Чтобы получить максимальное количество очков, постарайся одержать как можно больше побед. Итак, мы видим, что бронзовая, в которой мы сейчас находимся, 5. И золотая 4,80, золотая 3,70. Турнирных очков за одну победу мы получим. Походы на подземелье. Побеждай в подземельях, чтобы зарабатывать турнирные очки. Чем выше уровень подземелья, тем больше очков ты получишь. Обрати внимание, очки начисляются только за победу. Кроме того, ты получишь турнирные очки всего один раз за прохождение каждого уровня. Как только ты пройдешь уровень, ты больше не получишь за него очки в текущем турнире. То есть вам надо будет пройти все подземелье по одному разу. Прохождение глав компании. Что же нас здесь ждет? Побеждай в компании, чтобы зарабатывать турнирные очки. Чем продвинутая локация и чем выше ее сложность, тем больше очков ты получишь. Победа над боссом приносит еще больше турнирных очков. Обрати внимание, очки начисляются только за победу. Кроме того, ты получишь турнирные очки всего один раз за прохождение каждого уровня. Как только ты ее пройдешь, больше не получишь очки. Локация 1. Обычная, трудная, невозможная. То есть мы за первую локацию на обычном уровне получаем по одному очку. На второй локации по 2, на 12 по 12. И за босса в два раза больше очков. Нет, не в два раза больше, тут свое какое-то количество. На трудность, соответственно, 2,7. В начале турнира все участники будут поделены на группы. Ты будешь соревноваться против участников своей группы за награды рейтинга. Но при этом также будешь зарабатывать промежуточные награды. Промежуточные награды. Заработай необходимое количество турнирных очков, чтобы получить промежуточные награды. Промежуточная награда – это индивидуальные призы, за которые тебе не нужно бороться с другими участниками, игроками. Каждый игрок в твоей группе получит эти награды, если заработает достаточно очков. Ты можешь получить их в любое время в течение турнира. Награды рейтинга. Соревнуйся с участниками твоей группы, чтобы получить дополнительные награды. В зависимости от твоего места в рейтинге. Вот это награды за вехи, а это награды за рейтинг. И причем я на данный момент смотрю, что очень мало, 47 всего лишь очков. Ну, потому что в моей турнирной группе тут, судя по всему, не так просто куда-то продвинуться. Но тут даже 5 осколков для нас, это уже движуха. Так что давайте сменим имя. Отлично, у нас появился новый герой, игрок турнира Люб. И нам тут же разрешили получить бутылочку. И дальше за 50 очков только следующая движуха будет. Арена у нас еще не открыта. Подземелье также. То есть мы можем только компанию долбить. И только один раз. Это всем так дают или только нам так выпало? Но какой-то набор у нас дикий. Сапоги на скорость. Доспех атака. Перчатки крит шанс. Щит. Это несущественно. Вот это со вторым крит шансом тоже ничего. Ну, как-то так это, наверное, можно все одевать. Кражу жизни оставим. Здесь здоровье, защита, атака, метка. То есть все это нужно Каэльчику. Друзья, важная информация. Если кто-то хочет также
создать новый аккаунт для того, чтобы посмотреть своими руками, глазами, ногами на турнир, то вы должны пройти в компании первую зону. То есть полностью, когда проходите ворота Кейрока, проходите 7-й уровень, после этого вам открывается участие в турнире. Вот видите, проскакивающая строка, что получили одно турнирное очко. Соберу остальные на этой карте. Количество звезд несущественно. За две звезды точно так же дали одно очко. Пробегусь по каналам Марнока. Насколько я помню, там в конце дают набор шмота для боевой жрицы. Ну что, друзья, мой игрок турнира Люб на 28 месте с 12 очками. Доставим другим участникам турнира удовольствие. Поставим вот такого героя на защиту. Пошли поздороваемся. Забираем призы за прохождение каналов Арнока второй карты. На день редкого героя атаки 6 артефактов атаки. Ну что ж, оденем именно атаку. Улучшить 6 артефактов атаки, надетых на редкого героя атаки, до уровня 4. Худо-бедно сделали. Забрали за каналы Арнока. Поддержка. Одели боевого жреца. Улучшить 6 артефактов жизни до 4 уровня. Это сделали. 4 отвара опыта. Наверное, скормлю их снайперу. Есть 5 осколков. Призови 5 героев. Не хочу призывать по одному, поэтому выбил еще один осколок. 10. Погнали. Я думаю, что десятками клюет лучше. Так, у нас есть сцинк. И выполненная миссия развития. Цитадель Арканы. На этой стадии мы любой глупости рады. Поехали, сцинк с нами. Апаем снайпера. У нас еще осталось немножко артефактов атаки. Оденем их на сцинка. Ну что, прошли катакомбы Нормука. У нас есть книжка. Мы можем улучшить навык Каэлю. У нас есть такая миссия. Вот мы ее выполнили. Ну что, мы уже показались. Мы уже видны с самого днища. Вот 11 место. 47. Еще немного, чтобы получить осколков. Ну что, за 30 звезд мы получим древний осколок. Пошли чистить Дарнемский лес. А за Дарнемский лес ничего не дали. Пройдено веха в 50 осколков. Турнирных очков, точнее. И мы на первом месте. Ага, вот я где. 78. Ну, на первом так на первом. Предлагаю пробежать цитадель духа, сколько сможем. Там тоже дают очки. Да, в цитадели дают неплохо. Три этажа я смог пройти, четвертый не пробовал. Не знаю, может, и не стоит. Но, во всяком случае, доступна следующая веха. Ну, дальше вехи уже будут посложнее. Если это было 100 еще очков, то следующее уже 500, 1500, 3500. Насобирал еще осколков, открою еще пачечку. Глядишь, что синенького примутится. Однако не сегодня. Ладно, что-то я совсем разыгрался в турнир. Всего-то зашел, чтобы показать вам, а на самом деле вон до сколько сидел. Увлекательное это занятие все-таки. Турнир для новичков. Подписывайтесь, друзья. Комментируйте, как вам это дело зашло. Всем удачи. Пока-пока.